единоборств, когда есть такая возможность, хочешь не хочешь, а сезон, как ты уже отметил, достаточно длинный. И гол. Первый гол. И это Григоренко. Повтор потребуется, безусловно. Понятно, реакция вот вип-ложи ЦСКА. Вбрасывание, оно даже... Ну, выигранное, но тем не менее, одного касания Григоренко хватило, бросок у него великолепный. И в ситуациях, в которых он в предыдущих эпизодах решался, не бросал, а здесь быстро, даже не раздумывая, в некоторой степени бросил.